13 марта 2012 года мы несли службу во Фрунзенском районе города Ярославля по охране общественного порядка. Около часа ночи, патрулируя частный сектор, мы увидели возгорание частного дома. Значит, незамедлительно были приняты меры к эвакуации граждан, сообщено дежурному ОП «Фрунзенский». Возгорание было локализовано, потерпевших нет. Ну, где-то в ночь на 13 число, значит, я где-то в районе часа ночи, в час было, так я точно это не помню. Значит, я услышал сирену, в общем, то ли пожарная, то ли милиция. Я выглянул в окно, вот, и увидел, что стоит милицейская машина с мигалкой. А у соседнего дома, у моего, 172-го, значит, идет дым из-под крыши. Я, значит, быстренько оделся, выскочил. Милиция молодцы, конечно. Они сразу всех начали это будить, стучать, звонить. В общем, все вот по соседние дома, все на ноги, вбежали туда. Значит, вывели там спящих людей. Они ничего не понимают, не соображают. Ну, правда, они вроде как не травились, ничего. Вызвали скорую, пожарных, 4 штуки пожарных. В общем, вот так. Но они, если бы не они, конечно, я думаю, вот так все спали. Это глубокая ночь практически была. Я думаю, что люди бы просто погибли.